И всем привет, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и мы сегодня снова играем в во второго Шрека. Блин, нафиг. Я опять забыл, как прыгать. Точнее, перепутал. Не забыл, но просто перепутал. Куда нам идти, я фиг знает, видимо, прямо. Магазинчик, ладно, пофигу нам на него, в принципе. Так, тут лазеры. Ой, что это? Чем? Каким это дерьмом он мне кидается? На нафиг, атомный жердяй. Да. Ну раз в этих местах враги, значит, нам, видимо, туда. Ну да. Точно. Ну а куда же еще? Ой. Слушай, он что, не сдох еще, что ли, до сих пор? Фух. Ну ладно. Да что ж такое, больно же. Да блин, да хватит мне кидаться. Тут лазеры, а я тяжело очень пройти. Так, по-моему, это первый случай, когда мы... Опа, окей. Когда мы много здоровья сейчас потратили. Немного, но немало. Че он залип тут к стенке-то? Да, точно, бесконтактный бой. Я, по-моему, он, по-моему, вырвался, я его не атаковал даже. В той стороне. Давай, давай, давай. Хорошо. Так, лазеры. Причем без... Ай! Без движения лазеры, причем... Конфетки, конфетки. Ну-ка, давайте их сюда. Так, куда тут идти-то, блин? Так, ну раз я здесь, значит сюда. Выброс зелья боли через 3, 2, 1. Ой-ой-ой-ой-ой, бежим отсюда. Поднимаемся, и даже лучше не обращать внимания на этих. Кого нам за это благодарить, мистер Тайная Операция? Не кипятись, осел, хватит нам на сегодня драки. Сейчас, я полагаю, был бы идеальный момент использовать зелье навеки счастливой. Ты ту бутылку взял, точно? Конечно, я уверен. Не знаю. А что, если у нас от этого чешуя появится или вторая голова вырастет? Тебе бы это пошло на пользу, а мы бы поняли, что зелье вполне работает. Хватит, я попробую. Ну, счастливый у меня вид. Я попробую, сеньор, но вообще-то я и так воплощенное совершенство. Пожалуй, его можно испытать на осле. Кто? Я? Страшно. Ослы ничего не боятся, понял?
Увы, опять увы, простите, сеньор. Не получилось, только эльфу зря разворошили. Возможно, после сна нам придет в голову план Б. Ну и где мы будем ночевать? Конюшня неподалеку. Можно попозже сработать. Конюшня? Нет, ослы не живут в конюшнях. Нас ждет еще долгий путь, надо спешить. Только если ленивый мул не будет отставать. Ленивый мул? А ну иди сюда, мохнатый. Сейчас мы с тобой потягаемся, кто быстрее. Ега, я тебя обгоню. Спасибо, ребята, что подождали. Ой, может, теперь я отдохнуть смогу. Ладно, 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 ладно. Эй, вы кто такие, а ну? И тебе доброго дня. На, дебилы. Я погорячился немного. Вот и еще один готов. И тут глянь. Сколько ящиков-то здесь, а? Так, давайте, ну куда же вы побежали? А ну идите сюда. Ну иди. Ой. Это что за рычаг? Надо его дернуть. Еще один, кстати, вот. Этот что, рычаг что делает? Ничего не делает, а второй? Это что? А, третий еще есть. Видимо, все три открывают дверь. Ну, видимо, да. Молодец. Еще какой молодец, блин. Ну-ка, на нафиг. Это, а это взрыв или что? Это плохо. Да, это бомба, точно. Отлично. Ясно, эти бочки трогать не надо. Так, опять бомба. А на крышу как попасть? И тебе доброго дня. Я погорячился немного. Еще один готов. Ну прям как ниндзю, ниндзя, блин. Эй, как, в смысле? Ай, блин. Получилось же. Ну, замечательно. А я-то надеялся, день сегодня будет вроде как песня. Проснись и пой, мол. Хороший прыжок сейчас был. Давай. А ну открывайте, е-мое, блин. Ну здесь где-то рычаги, видимо, должны быть опять. Ну или что-то такое. Вот еще один готов. А, ой, хорошо.
В этот раз только один рычажок, ну и ладно. Искать законного владельца, а лучше потратить на что-нибудь. Это у нас что делает? Мод какой-то появится сейчас. А нет, ворот откроются с надписью колодец. Господи, я думал молодец или холодец. Небось, в этот колодец мне прыгать надо. Да, хороший колодец-то, блин. Захоронено в лучшем виде. Очень интересно. Пауки, ничего себе. Значит, извини. О, ни хрена ж себе препятствия какие. Очень интересно бывает, когда в колодцах такие пещеры интересные. Летучие мыши. Опа! Игра сохранена. Получилось же! Понятно. Хитрая ловушка, блин. Больно будет. И тебе доброго дня. Отлично. Горячился немного. Это проход на следующий этаж. Ладно. Так, что у нас тут? Рычаг, который по-любому откроет эту дверь. Вот тебе мышь. А вот тебе. Куков надо тебе. Нет, эти мыши не вампиры. Так, я так понимаю, они рандомно открываются. Не рандомно, точнее... по очереди. Или я не понял. Крошка, паучок. И тучи мыши. Я что, опять туда же, что ли, вышел? Охренеть просто. Может, сюда надо пойти? Не, погодите, это начало. Это вообще самое начало. А рычаг этот не надо? Или мы открывали им только что? Немного недопонимаю я, что тут надо делать дальше. Но сейчас разберемся, наверное. Может, надо... Не, что-то делать тут надо, но вот что-то я не пойму, что. Это плохо. Не, это не проламывается. Этот проход не проламывается. А, погодите, вот же проход есть. Ну, господи, я проглядел его. Куков надо не понимать. Вот я погорячился немного. Погодите, а мыши тоже враждебные, что ли? Опа! Это еще кто? Вот еще один готов. Опа! И все же мне. И листик.
Ай, больно же. Ух, ну ладно, сейчас. О, офигенно. Мы на улице, мы выбрались из пещеры, отлично. Скучно тут, понятно, наверное. Отвалите от меня, вы засранцы, блин. Я погорячился. Так, а ну открывайте мне дверь. О, а это что за хрень? Отлично. Ну и денёк. Это всё? Получилось же? Это глянь. Мне показалось, или он только что мат сказал? Пока я, ну я думаю, что показалось. Ну блин, как вы думаете? Блин, какая-то вообще погодка темная. Сегодня глюки с хромакеем могут быть сегодня. Погода очень темная сегодня на улице. Это что такое? Я что-то подорвал? А, это какой-то механизм. Я не знаю, что за... Может, еще надо? Точно. Надо было еще. Конфетка. Так, это дом спалить. Еще один. А, не дом спалить. Это дерево просто свалить. Я думал, дом сжечь надо будет. Хотя кирпичный дом, как сжечь-то? Сохранился. А, я уж думал, мы опять в подвал какой-то войдем. Внутри этого дома, но нет. Я так понимаю, что ворота открылись, надо перебить всех этих. Собственно, это мы и попробуем сейчас. Они что, спавнятся, что ли? О, да, я угадал. Надо было их перебить. Так, рычаг. Извини, что стало. Все для вас, сэр. О, это босс какой-то. Ну, типа босс, только надо разбойников как бы перевидеть их. Судя по вот этой шкале сверху. А, не, это босс. Надо вот этого разбойника убить. Это босс. Какой-то, но что-то этот босс совсем какой-то легкий. И тебе доброго дня. А у людоеда вот что. Ты что так долго? О, я по таким красивым местам прогулялся. С людьми интересными встретился. Жаль, вас не было. Ну да, как скажешь. Можно нам уже не стоять под дождем. Поверить не могу, что это дурацкое зелье не сработало. Неважно. Я еще найду способ Фиону отвоевать. Скажи, а это твоя женщина того стоит? Она самый нежный, самый прекрасный цветочек на свете.
трудно представить, кто на свете может вынести такую вонь. Ты еще не знаешь Фиону. Чего? Что? Это был кто? Клевета! Прости. И вот наши герои, не прочитав, что написано на бутылочке мелким шрифтом, уснули. На следующее утро оказалось, что зелье навеки счастливо все-таки сработало. Да еще как! Пусть ну, я так и думал. И ведьма на шпильках, но в колдовских средствах она здорово разбирается. Алистер, я же тебе сказал, побыстрей! Думаешь, они тебя весь день слушать будут? Так, позволь, я вмешаюсь. Новый облик приобрели не только Шрек с Фионой. В их компании был еще один прекрасный, благородный жеребец. Спасибо. И вот Шрек превратился в прекрасного принца, а принцесса вновь стала красивой. Это, конечно, не понравилось крестной фее. Она-то сама хотела заделаться Фиониной свекровью, но и заставила короля послать людей нас арестовать. На экране тюрьма, скобки закрываются. Так, погодите, что-то я не понял. Только не говорите мне, что это... Погодите, погодите. Вот мы и тут. Человек, у меня клаустрофобия. Не могу же я всю жизнь провести в камере. В смысле, ты только взгляни. Тут темно, тут сыро, тут воняет. Такой же голос, как у вас, Славлен. О, Шрек, по-моему, стены сжимаются. Осел, сжимаются. Смотрите, пожалуй, я бы мог протиснуться через решетку и найти какой-то способ открыть дверь. Ну вот, а я-то волновался. Так, давайте тут остановимся. Я что-то аж подумал, что это конец. Судя по истории, Фиона вновь стала красиво, там все такое. Но нет. Ладно, на этом закончим. С вас, Игорь, подписался, с меня эпичные видосы. И извините, если были глюки с хромакеем. Сегодня очень темная погода. Подписывайтесь на мой стримовский канал, а также вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.